Доброго времени суток. Стою здесь под зонтиком. У нас идет дождь. Слышите, какие там волны? Сейчас и ветерок. Сегодня у нас среда, уже 5 мая. Вас поздравляю всех с праздником. Праздничные дни в России продолжаются. У нас они идут до 10-го, ну, как-то вот периодами. Вчера, я знаю, там многие работали. Ну, а я, как всегда, и даже сейчас я у вас иду на работу, ваша пчелочка. Ой, ветер. Здесь такие волны. Вот, смотрите, сейчас вот здесь никого не вижу. Только, по-моему, я. Там деревья вдали и шум волн. Вчера тоже, кстати, кто видео смотрел, там снимала ихтиандр. Мужчина, видимо, одинокий. Попросил меня застегнуть ему костюм. Водолазный такой у него костюм. Можете видео посмотреть. Но он решил, что я не так сильна. И говорит, наверное, вы не справитесь. Я говорю, что вы, я справлюсь. Я очень сильная женщина. Я все переживу, перенесу. Я российская женщина. Так что да, у меня получилось. Я застегнула, и он уплыл. Но вернулся. Кстати, так интересно. Он
в шлепанцах поплыл. Я смотрю, а там нет задника, вот чтобы это держалось. Ну, как это они у него не слетели? У меня бы слетели. Интересный очень мужчина. Вот он поплавал, сказал, что открыл сезон. Ну, получается, вместе с нами купальный сезон. Вот, и говорит, что в апреле купался, но здесь холодно в апреле. Хотя он, наверное, не заметил, там такая вот вывеска у нас. Купание категорически запрещено. Ну, такие у нас мужчины. Ничего не видят вокруг, даже красивых женщин. Так началось утро, сегодня дождливое. Ну, я хочу вам его чуть взбодрить, поднять ваше настроение тем, кто отсюда местный. Сегодня есть возможность посидеть дома, посмотреть видики. Сейчас посмотрим, что там у моря. Переключилась на море, чтобы увидели вы волны. С вами я уже поздоровалась, меня вы уже увидели, что это я, что я не где-то дома сижу, а здесь опять у берега. Ну, сегодня иду на работу, я вам это уже сказала. Работаю я, работаю, налоги плачу. Смотрите, какая красота, обалдеть. Каждый раз здесь этот пейзаж меняется. Вот смотрю, вокруг сегодня персонажей нет, кого бы снять. Кто бы нам попался на нашу удочку, камеру? Ну, их нет. Все попрятались. Помните, снимала здесь и Костя моряк с устрицами своими французскими. Кто не видел, можете это видео посмотреть. Очень интересное. Рассказывала здесь немножко о этом Амурском заливе. Так, потом я еще сняла здесь поэта и охотника. Тоже он у нас на лодке отплыл, хотел и меня покатать. Но, кстати, такие анекдоты там рассказывал, интересные, смешные. Так, вот так вот сейчас. Вы видите, там поезда ходят. Здесь вот электрички, поезда. Вот анекдоты он рассказывал, и очень смешные, можете там это видео посмотреть. Так, и кто у нас тут снимался еще? Ихтиандр тоже, вот последний мужчина в моем видео. Так, и вот смотрите, капуста, видели там, тоже здесь собирала девушка, не русская, я не знаю, какой она там национальности. Она плохо говорила. Вот она собирает здесь, ходит капусту. Я смотрю, столько ее много было. Помните, снимала вам, показывала. Ну вот нет ничего. Наверное, каждое утро ходит и собирает. Не знаю, куда она там дальше идет. Им в пищу или еще. Или кормят где-то кого-то. В общем, капусты нет. Где капуста? Ну, нету ее. Вот. Вот капуста в таком понимании можно сказать, что и это, ну, деньги мы называем капустой. Вот, и вот получается тоже такие капуста в виде денежек сюда к нам выплывает бесплатная. Сейчас сколько градусов? Где-то около 8, плюс 8 градусов. Такой небольшой ветер, ну и дождь. Вот передали, что все эти дни будут дожди. Кстати, вчера, когда снимала, погода была хорошая. Солнечная с утра, помните, кто смотрел, кто не смотрел, обязательно посмотрите, много пропустите. Там у нас здесь был в том видео первый заплыв. Можете посмотреть, как у нас мужчины плавают или в море ходят. И потом я ушла на работу, а к вечеру такой дождь сильный был. В общем, здесь погода меняется резко. Если с утра может быть тепло, хорошо, то к вечеру уже сильный дождь может быть. Ну, вот как и сегодня. Дожди обещали, МЧС нам присылала здесь сводки, что будет непогода. Так что вот так вот здесь. Вот я сейчас погуляю. Свежо, хорошо. Сейчас сходим, посмотрим, как там
наше красивое дерево цветет. Сдалека увидела, что там не попадало все нормально. Даже после дождя все на месте осталось. Сейчас вам покажу. Так, благодарю своих новых подписчиков, которые присоединились к каналу. Всегда вас благодарю. Это обязательно. Это такой здесь у нас ритуал с вами. Как же люди тратят свое время, свою энергию, смотрят канал. Вот и я трачу ножками. Топ-топ здесь. Сегодня, кстати, я вот в резиновых сапогах вышла из-за дождя. Когда дождь, я хожу в резиновых сапогах. Кстати, купила их не так давно. Каждый раз, когда был дождь, я думаю, ой, надо же сапоги купить. И все, до следующего дождя. И так вот и проходило. А вот сейчас вот купила. Думаю, нет, они мне, эти сапожки, необходимы. Кстати, очень хорошо. И если покупаете, лучше повыше. Потому что если такие низкие, они, там туда с этих луж дождь попадает. Все равно мокнет. А вот высокие хорошо. Так что такая вам рекомендация с утра пораньше. Так, сейчас пойдем с вами от моря к дереву. Покажу вам, как оно у нас красиво цветет. Так, там вам видно, птицы летают. Хотела показать, близко возле меня здесь были. Ну вот смотрите, такое вот небо. Такой вот пейзаж. Море, небо, людей нет. Только я одиноко здесь брожу. Вот. Так вот, здесь все. Так вот, мы пришли с вами к неземной красоте. Такая красотища. Как настроение поднимается, глаз радуется. Вот оно цветет. Красиво так. Один раз в год сады цветут. Весну любви один раз ждут, один лишь только один раз цветут сады в душе у нас. Один раз в год, один раз в год. Кстати, здесь у нас кастинг сейчас проходит во Владивостоке, еще в нескольких городах в России будут проходить. Там один из великих режиссеров. Будет снимать новый фильм. И вот он ищет героев для этого фильма. Ну, там вот дети, в кастинге участвуют дети. Ну, я бы пошла, но я уже не ребенок. Я бы пошла. И раньше я хотела быть актрисой. Доброе утро! Я не сама с собой разговариваю. Тут. Да, я и не с деревом. Мужчина тут смотрит, что она там. А, я снимаю, смотрите, какая красота. Вот, я говорю, я пошла бы в актрисы, но уже не возьмут, и поэтому я кино свое сама снимаю. А давайте уже поздороваемся, раз вы это очень нами заинтересовались. Так вот, да. Подошел к той красоте, которую вы пришли. Да, да, а я думала, вы ко мне подошли, к такой красоте. Что я такая красота, а вы на дерево смотрите, мужчина. Так, ну-ка, словитесь, подождите. Фу, я снимаю кино. Я же говорю, сейчас, может, слышали, здесь кинорежиссер очень знаменитый снимает фильм, вот, и он ищет на кастинг, ну, там детей, правда. Вот, но так как я уже не ребенок, то я снимаю сама себя. Ой, кстати, вот поезд едет. Вот, да. И что за кастинг? А вы же не ребенок. Давайте, вот вы уже на кастинге. Так, представьтесь, пожалуйста. Вы попались? Да. Ну, что-то... хорошо, меня зовут, да. Василий. Ой, очень приятно. А я Соната. А, да. Ну, да. Так, и что, Василий, вы здесь делаете в столь ранний час? Ну, во-первых, я внучку привел на балет. Понятно. Она у меня сейчас на балете. А я всегда прихожу и смотрю. А, там вот это... рыбаки здесь, просто прогуляться. Да. Так вот, и, пожалуйста, вот чуть прервались, у нас там какая-то вылезла реклама. Ага. И балет, да, внучка, ну, на балет. Я хоть. Ее привел на балет, а ага. Пошел к морю. Ага. Ой, и давайте так чуть-чуть. Женщину красивую, стоящего красивого дерева. Вот отмазались вы уже, да? Конечно, надо же как-то немножечко компенсировать. Да, что не успели. Неудобно, поэтому я вам так и сказал. Ну, да, да, да. Ну, вот.
поэтому как бы она 2 часа будет заниматься, у нее там концерт. Ага. Ну, ух, а ты. Я пошел сейчас прогуляться. Сюда, потом да. В кафе зайду, посижу, чайку попью. А, вот. Даже как так? Бы так. Посмотрите, нет ли рыбаки, есть да. Гуляющие. Вчера, кстати, я тут на мужчину костюмчик одевала, он меня попросил, не мог застегнуть. А я, кстати, первый вчера видел, за... у нас тоже был балет. Да? И я видел, как раз он плавал. А, так это я его одела. Вы представляете, да, вы в историю попали. Я его сняла на кинокамеру здесь тоже. И он уплыл, поблагодарил. Говорит, первый заплыв плавал в апреле здесь. Но, говорит, очень холодно. А сейчас, говорит, хорошо, тепло. Все. Ну, в костюме почему-то. Да. Нет, так он еще ноги босые в шлепанцах туда. Ой, давайте, пройдемте, пройдемте. Ага, нет. Так и вы потом это видео будете редактировать и да. На кастинг предлагать. Нет, вы уже без кастинга попали. Прямо вы без кастинга прошли. Вася, ты попал в эти. Да, да, вы уже без кастинга, уже в прямом эфире. Так что вы кастинг прошли. Вот кто здесь ходит, бродит, да, вы уже почти. Да. Ой, скажите, пожалуйста, вот раз вы уже попали. Как вот вам жизнь во Владивостоке? Что вот здесь вот вам нравится, не нравится? Давно ли вы здесь? Ну, чуть-чуть о себе в двух словах. Будем говорить, что я сюда приезжал с 8 лет. Это вас завезли. Родился я в городе Омске. Ух ты, классно. Вот как-то судьба потом с родителями закинула на север, в Якутию. Ага. В Якутию. С Якутии мы приезжали сюда. Еще, может быть, вы помните, был такой корабль Ольга Садовская. Да я ж такая молода, что ж я помню. Вот. Ну, как-то это вот первое мое знакомство было. Ага. А потом как-то судьба свела с тем, что наступили, знаете, как вам сказать, армия. Я поступил в Иркутск. Учиться. В Иркутске учился. Мы сюда приезжали просто так, пацанами. Ага. У нас были друзья знакомые здесь, они учились в ДВФУ. ДВГУ раньше. 9 мая мы себе позволяли сюда прилетать. Ага. Вот как-то потом ушел в армию, армия прошла. Потом наступили наши 90-е. Угу, да, да. Ну и, как говорится, все кинули в бизнес. Я тоже кинулся в бизнес. Угу. Занимался машинами, гоняли машины. Угу. Встретились мы с криминалом здесь серьезным, как говорится. Ну и когда супруга узнала, она сказала, говорит, нет, дорогой, мне нужен ты живой, и поэтому иди работай. Ну, специальности у меня есть. Пошел как-то работать. Вот. Жили мы в Якутии, потом сыновья. Старший сын сюда пришел в армию, служил в Уссурийске. Вот. Младший у меня играл, они оба в хоккей играют. Кстати, сейчас он сегодня, один пошел, правда, на ремонт в Корею, младший. А старший у меня поехал в Сочи на фестиваль. Они играют за Вольфрам. Ничего себе, вот это да. Фестиваль ночной хоккейной лиги. Да? Сегодня они улетают, дай бог, чтобы все хорошо. Ну да, да, улетят, все будет хорошо. Вот. Кстати, сегодня уже Путин выступал, открытие было, потому что вначале играют 40+, ну а потом все остальные лиги, их несколько лиг. Вот, дай бог, они... 40+, это взрослые, да? Это уже будем говорить, как мы. Да, ну, что мы на 25 нам. А там еще они, в общем, будут играть. Их будут показывать, кстати, по телевизору, если кто-то смотрит. Не по телевизору. Да, и по телевизору будут показывать, скорее всего, матч. Есть про это, как его. И каждый матч будут освещать в интернете. Просто набираешь хоккейная лига и... Смотрит, за кого болеть? Вольфрам. Есть наша приморская команда. Да? Она постоянно выходит несколькими группами в финал. И, кстати, по двум группам, вот только 40+, еще ни разу у нас не вышло, не заняло хорошие места. А наши ребята уже дважды призеры. Занимали и третье, и второе, и первые места. Ой, какие молодцы. Предыдущая... 9-й фестиваль. Так. Одна команда наша, вот, которая играет сын, они заняли. Вот за кого лично болеть? Как сын, фамилия?
лично не надо болеть ни за кого. Надо болеть за кого? Нет, ну лично, понятно. Лично каждый. Нет, я играет. Понимаю, а вот. Вольфрам. Команда Вольфрам. А, хорошо. Восток. Хорошо, хорошо. Вот. Я хотела выделить еще кто да, именно. Не надо выделять. Ну, хорошо. Почему? Потому что, понимаете, как говорят, проигрывает тренер, выигрывает команда. Ну, то есть все это правильно. Это такие командные вот. Игры. Да, да, все правильно. И будем говорить, что там, дай бог, чтобы без травм, самое главное, чтобы угу. они хорошо сыграли, отдохнули и, дай бог, повторили свой результат. Хотя очень тяжело. Угу. Команды там все сильные угу. собираются. Да. Ну, это вот. Такое угу. отступление. Да. А так они играли здесь в хоккей. Ну и старший здесь прижился. Угу. Младший, попав, поиграв, будем говорить, по группе Б в МХЛ, угу. играл за Берский Кристалл. Вышли они в группу А. На следующий год, естественно, команда поменялась на 100%. В связи с тем, что у нас сейчас большую часть, будем говорить, делает не то, что как человек играет, а деньги. Угу. Команда у них поменялась, угу. там мешки денежные приехали, а со всего состава осталось 3 человека. Угу. И, в общем, на следующий год будем говорить, что они вылетели угу. из группы А. Угу. Но дело не в этом, это такое тоже лирическое отступление. Да. Стал вопрос, куда, что... И он решил приехать сюда, угу. тоже к старшему брату. Вот он приехал. Угу. У старшего в это время переехал в Омск. А потом просто порешал, что как бы внучка, все проходит без нас, сказал родителям, держитесь. Угу. Там и теща у меня, и мама с папой. Вот, сказал, держитесь. Но мимо меня проходит жизнь. Я ну, не хочу, да, я хочу да. помогать. Вот сейчас вожусь да. с внучкой. А, какой бы молодец. Она пошла, да. она пошла в балет, мы ее отдали. Ага. Как говорится, это вот... сейчас таскаемся с балетом. Да, вот здесь вот. Школа, рядышком, да, школа. Ага, да-да. Вот. Это платное? Ну, а так, устроился на работу. Неплохо. На жизнь хватает. Ага. Квартиры, конечно, снимаем. Квартиры здесь дорого. Те, которые снимаете, квартиры, ух ты. Не хватит даже, можно сказать, на малосемейку, если даже все продать. Поэтому как-то даже на съемы. Ага. А там сколько за этот балет заплатить надо? Платно? Ну, конечно, это недорого. По нашим деньгам 2-3 тысячи. Это... Угу. Ну, в месяц 2-3 тысячи, да? Да, это как бы не о чем. Ну, понятно, да. Сейчас пошел раз в магазин. Мне нравится. Самое главное, нравится ребенку есть, да? Да, да. Так, значит, у вас... Ну, а что сказать о Владивостоке? Да. Ну, своеобразная погода. Жили мы и в более суровых условиях. Угу. А кому-то, знаете, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но если я здесь, значит, мне это нравится. Да. Передавайте привет везде в Россию и ваш Омск. Всем, кто меня видел, по мячам привет. Все, кто увидит, тоже. Всем хочу пожелать самое главное здоровья. Остальное все приладится. Здоровье важнее всего. Да, да, что да. Что еще хочу сказать? Ну, коль попал на ТВ, у вас свой, наверное, канал. Да, да. Пожелать вашему каналу развития. Ага. Ищите. Может, что-нибудь найдете доброе, красивое. Так я уже нашла. Доброе, красивое. Вот это такое хорошее место. Мне как раз попадаются очень интересные люди здесь. Ну, у да. нас страна большая, интересных да. людей очень много. Да, я согласна. Я не причисляю себя к интересным людям, будем говорить. У меня такая же рутина, как у всех. Вот, работа, дом, вот, ну, выбираемся иногда на море, а самое главное, я говорю, то, чтобы было здоровье, остальное все найдем. Так ой. Что вам развитие. Да, ой, благодарю вас, такое хорошее интервью, так, а я вот, видите, развиваю канал, и еще сейчас пойду работать, я еще работаю. Да, не так вы думаете, я просто хожу здесь, как мне говорят, что с палкой ходишь? Так, еще я работаю. А здесь недалеко. Да, недалеко, вот и перед работой снимаю. Сейчас вот все, отчаливаю на работу. Так, ну, благодарю вас. Огромная благодарность. Да, с праздниками вас со всеми. Вот скоро же 9 мая у нас такой хороший праздник тоже. Да. Так, и всего-всего вашим детям, конечно. Внучке, да, кстати. Самое главное, всем здоровья и вам здоровья. Второй Волочковой, нет? Да нет, не надо. Вы знаете,
как бы хочу всем сказать угу. одно, что я в жизни вот возился я. Я весь Союз проехал со своими детьми по хоккею. Был практически везде. Благодаря спонсорам, благодаря Тарасову Олегу Владимировичу есть такой меценат. И есть, ну, многие люди, которые отдают время хоккея. Но первая задача, понимаете, хотелось, конечно, чтобы они стали звездами, там это. Но я вам хочу сказать только одно. Не старайтесь продвигать и фанатировать на эту тему. Да. Самое главное, чтобы они полюбили какое-то свое дело, и оно прижилось. Также и я не думаю, что внучка будет Волочковой. Лишь бы ей это нравилось. Ну да, это я так пошутил. Волочковые, они рождаются. Кстати, как и про Волочкову, есть гораздо больше звезды, понимаете? Ну да. Поэтому будем говорить, что не старайтесь делать детей звездами. Не старайтесь им внушать с этого. Это очень болезненно потом, когда у человека что-то не получается. Ну, да, какой вы молодец. Да, главное, чтобы нравилось все. Ну, да. Ну, самое главное, чтобы нравилось. Да, да. Так. У нас тут поезда ходят. Ту-ту, так, что-то там это такое пошло. У вас канал на Ютубе? Да, канал в Ютубе. Так, так вот, помашите ручкой. Все, благодарим вас.